Благая весть, кто понесет ее уставшим и страдавшимся калекам? Земля иссохшая, к тебе иду дождем, из уст моих потоком льются реки. Господь послал, я ученик его, Христа, с его ключом к домам, квартирам, душам, и для меня особый путь настал, да слушают имеющие уши. Звонок тревоги, слышат о шаги, нас через дверь разглядывает кто-то. Воскресший пастырь, разломай замки, а дальше все расписано по нотам. Приветствую с улыбкой и кивком, газетный листик к истине крещения передаю принявшему, потом хотя бы вкратце, где идет учение. Не все, конечно, распахнули двери, кто осторожнее откроет нам. Для многих мы разбойники и звери, квартиру обобрать и их карман. Иная расторопная старушка, прообраз Суховея прошлых лет, через глазок фиксирует на мушку, целуя многократно партбилет. Не ради них, ступени истирая, выискиваю зерна и крупицы. Трубу кустам и направление к краю, по маршам лестничным взлетая легкой птицей. Лжеправославное болото, женский дух, одетый срам в мужское одеяние. Молитвой про себя и даже вслух взрываем крепости божественным писанием. Благая весть, тревожные звонки, крушение льда, засев по целине. Вам, проповедники, готовятся венки, что подтверждается писанием вполне. 12 мая 2003 года.